Корзины, органайзеры, рамки для фотографий, картины – все это делают дети своими руками на мастер-классах по декоративно-прикладному творчеству. Занятия проходят в рамках проекта Лабинского профцентра «Лабинск многодетный на пути к благополучию», поддержанного фондом грантов губернатора Кубани. Под чутким руководством преподавателя дети работают в технике плетения из бумажной лозы и технике быстрого рисования. Во-первых, что для детей это хорошо? Вы видите, все мы крутим, мы вертим. Это моторика рук, это в первую очередь. Во-вторых, вот и приобщение детей вот к какому-нибудь творчеству. А сегодняшний урок у нас вообще посвящен празднику Победы, 9 мая. Вот у нас инсталляция. В то же время сегодняшний урок, он еще и патриотический урок. Смотрите, они сделали звездочки, это же они уже самостоятельно за сегодняшний урок они сделали. Все это делается, вы знаете, вот из таких трубочек получаются вот такие интересные вещи. Ну и у нас там вот много, у нас там вот полочка есть, где мы выставляем свои работы. Занятия улучшают психическое и физическое самочувствие, развивают творческое воображение, способствуют умственному развитию. А самое главное, дети довольны, а родители спокойны, что их ребенок проводит время не с телефоном в руках, а учится чему-то новому и развивается. Я очень люблю делать поделки, я даже дома их делаю. Я очень рада, что моя мама записала меня на этот кружок. В завершении мастер-классов самые активные и творческие рукодельники получат грамоты и благодарности. Лилит Саакян, Георгий Сопов, Лабмедиа.